Привет вас! Вы никогда не задумывались, почему заработок плата в США значительно выше, чем в Украине? Никогда? Странно. Я думаю, вы могли подумать про это. Может быть, вы читали, я там вам разместил такой, взгляд из США. Это просто действительно знакомая по Фейсбуку написала свое впечатление про работу в США. Но она сейчас находится в США, да, но с Украины. И на сегодняшний момент там проживает, и вот работает, печет булочки. И написала свои впечатления, как она работает, как, что и тому подобное. Я просто вам, так сказать, продублировал. При этом обратил ваше внимание, что в Украине так не работает. Понимаете, в чем есть беда Украины? Вот вы очень часто говорите, вот в Украине дешевая рабочая сила. Я говорю, не, в Украине очень дорогая рабочая сила, ужасно дорогая. Потому что рабочая сила измеряется не зарплатой, а измеряется зарплатой плюс производительность труда. Вот так это считается. А зарплата вообще ничего не значит. Не, она значит, но это один из элементов. А без производительности труда другой. Так у нас как раз самая страшная проблема. Зарплата у нас может не такая, как в США, спорить не буду. Но производительность труда у нас не просто... Давайте по-честному. На сегодняшний момент, вот можно найти много людей, которые говорят, нет работы, нет работы, нет работы. Я говорю, стоп, стоп. Убирайте букву А. Там есть колоссальное количество топ работы. Ну, действительно. Вперед. Как говорить нет? Там куча. Причем некоторых там, то что называется, каждый день надо. Но что я услышу в ответ? Уверен. А, не, там работать надо. Ага, вот это же ситуация. Смотрите, на сегодняшний момент у нас есть Макдональдс. Вначале, когда он открылся, народ действительно туда активно бросился работать и так дальше. Сейчас везде большими буквами. Требуется. Обращаю ваше внимание, там платят зарплаты по белому. Там платят отпускные, платят больничные. Там четкая регламентация. Ну, вы знаете, можете работать весь день, половину и так далее. То есть можно работать не полный день за каждый час платят. За каждый. Понимаете, что делать? Вот. Причем платят, по белому дальше билет не придумаешь. Мало того, зарплата, понятное дело сказать, у министра больше, я не спорю, но вы же понимаете, что вы же все-таки работник, а не министр. Но исходя из средней зарплаты в Украине, да, Макдональдс на сегодняшний момент зарплата те же самые 16-20 тысяч. Надеюсь, что руководитель даст. Но опять же ситуация, ведь агитирует, пожалуйста, вы можете сделать карьерный рост, стать, да, обращаешь внимание, что действительно очень много в Макдональдсе вот этого среднего топ-менеджмента, они начинали с нуля. Да, это факт. И казалось бы, ребята, вперед! А нет. А не хочет. И каждый начинает рассказывать режим работы. Режим работы, да, не спорю. Хотя тоже наши там умудряются провернуть. Но да, действительно, у нас на расслабоне. Вот если вы работали в Макдональдсе в США, там такого расслабона нет. А у нас на расслабоне. Что есть, то есть. Несмотря на то, что действительно там стараются, накачивают, давай. Почему? Привычка. Понимаете, в Советском Союзе приучили людей бездельничать. Ну, действительно, все работали, делали вид, что работают. Цитата Советского Союза. Мы делаем вид, что работаем, они делают вид, что нам платят. Да, так и есть. Вот это желание бездельничать, оно в такой степени, что на сегодняшний момент, я говорю, работы немерено в Украине. Ну, понятное дело, очень много работы, которые, надо работать, а не хочется. Хочется же ему такое, работаешь, чтобы зарплату большую платили, обязательно, сразу. Опять же, гипермаркеты, молы, постоянно громадное количество вакансий, громаднейшее. И опять же та же самая ситуация, там тяжело, мне что-нибудь попроще. Очень вас понимаю. Вы вообще бы хотели, чтобы попроще, что вообще ни черта не делать, получать зарплату. За вас
Да. Я не спорю, хорошая идея. Хорошая, хорошая поддержка. Давайте еще какая ситуация. Вот смотрите. Вы, наверное, слышали, ну и до войны, в принципе, и даже, как ни странно, во время войны даже открыли пару таких предприятий. У нас есть предприятия, которые делают, ну, их называют провода, но не обязательно провода. Скажем так, различные запчасти для европейских компаний. Да, действительно, там есть и провода, и различная фурнитура и так дальше. Ну, такая, в принципе, составляются какие-то детали, которые поставляются в Европу. То же самое швейник. Вы знаете, что у нас действительно довольно много шьют одежды для Европы. Опять же, та же самая ситуация. Та же самая ситуация. Да, заказы, шьют, вперед, хлоп, и в Европу. Так вот, несмотря на то, что эти предприятия работают, несмотря на то, что эти предприятия платят зарплату по белому, платят больничные, платят отпускные, даже организовывают почти бесплатное или очень дешевое питание сотрудникам. Мало того, то, что вы постоянно говорите, любите оздоровление, действительно, выплачивают даже, когда человек идет в отпуск, дополнительно деньги для, ну, как бы оздоровления, как бы премии. Премии платят, да, действительно, и бонусы годовые платят. И постоянно большими буквами написано, требуется. Ну опять же, ну что такое, ну просто напасть какая-то. Да, напасть. Да, действительно, довольно сложно. Вот. Мать, что делать, причем платят довольно, ну, говорит, там платят зарплату среднюю по стране, вот на сегодняшний день. Вот 16-20 тысяч. Ну, кажется, куда же? А, да, вы хотите 16 тысяч долларов, я понял. И там действительно очень сложно набрать сотрудников, набирают, причем получается вроде бы колоссальное количество беженцев, колоссальное количество людей плачет без работы. В тот же самый момент говорят, ну идите, работайте. Нет. Небо что-нибудь такое, знаете, чтобы работать и не работать. Есть. И действительно у нас на сегодняшний момент, за счет упрощенца, за счет фопиков. Да. Ну правильно, вы же понимаете, что очень часто я говорю, да, я сейчас ФОП зарегистрирую и плевать на всех, я буду работать на себя. Другое дело, что вы зарегистрируете ФОП, да, вы можете отрывать контрабанду и рассказывать, какие вы большие патриоты. Это есть. Пока не поймаетесь. Поймались, потом еще больше патриотов будет. Да, действительно, очень часто, когда вы работаете в таком, ну, нашем бизнесе, вам платят зарплату в конверте, но и что вам сказать? Там где достаточно одного сотрудника, 5. Соответственно, собственник старается. Ну, так типа. Вообще, вот эта ситуация, когда действительно очень много сотрудников, какая-то болезнь наша, честно слово. Опять же, то, что я ближе знаю, банковская система. Значит, смотрите, был случай. Нашу страховую компанию купили иностранцы. Ну, естественно, они, как знаете, иностранцы купили. И перво-наперво, ну, они же собственники. И ну, и говорят, давайте штатное расписание. И посмотрели, говорит, ужас. У вас очень много сотрудников. Очень много. У нас в компании, ну, на такой оборот, такой объем работы значительно меньше. И говорят, давайте уменьшим. И действительно, там, ну, они же собственники теперь. И там, вся управление, значит, так, режем. Ох, как это тяжело было. Ох, как это... Ну, конечно, в итоге они надорвались. Да, они надорвались. Потому что, понимаете, там просто получилась ситуация, во-первых, бесконечный срач. Какие-то там обиды, потом начали справки носить. Она же зараза, что нельзя человеку уволить, если не бумажка. Плюс ко всему начались какие-то там действительно подковерные аферы. Там черт на что. То есть такое творилось, что, конечно, в итоге они... Но, другой пример. Американцы создали у нас банк, Citibank, даже назову какой. И да, небольшой банк, но оборот довольно большой. Вот самая интересная ситуация, когда кто-то смотрел на структуру штата, а что это все? Да. Потому что вы правильно поняли, вот он по размеру, ну давайте сейчас приведу, как банк, ну приблизительно кредит Днепр. А работает сотрудников 10 раз меньше. Нет, я не шучу. 10 раз.
Ну, скажем так, там вот в нашем банке будет управление, третий, четвертый отдел прят, а там сектор, где работает 3-4 человека. Да, действительно получается такой интенсивный режим работы, спорить не буду. Я работал в французском банке, а до этого работал наш. Разница просто, ну просто колоссальная. Просто, я уже, знаете, ощущение, ну такое, совершенно не то. Да, да. Вот такая ситуация. Понимаете, действительно в США платят много зарплаты, но эксплуатация очень сильная. Это же тоже одна из ситуаций, почему там вот народ возмущается, что вот, да, Паша, на проклятый. Ну, возмущается, прежде всего, почему? Потому что человек работает, все же довольно интенсивно работает. Вы скажете, получает большую зарплату, он говорит, очень маленькую, вы сами понимаете. И с нее платят большие налоги. А потом ему очень обидно, что часть этих налогов идет до выплату, ну вот, наркоман. Ну да, действительно, там в США есть довольно большая прослойка людей, которые получают, ну, социальные выплаты. Ну вот он безработный, вечно безработный, получает выплаты. Да, относительно, может, небольшие, но за счет этих выплат на дозу ему хватает. И, конечно, человек, который будет говорить, ну что такое, тут пашу, а он бездельничает. Есть, есть, это есть, есть. Но в целом, да, действительно, производительство труда в США значительно выше, чем в Украине. Это тоже одна путаница, которую вы никак не можете понять с Китаем. В Китае производительство труда выше, чем в Украине, значительно выше. Да. И, а зарплата, ну, смотрите, официальные зарплаты средние по Китаю не существуют вообще. Ну, не считается. Считается по отдельным городам, отраслям и так дальше. Есть приблизительный расчет. Очень приблизительно, сразу говорю, потому что так как нет официальных, это, знаете, на глаз. И на сегодняшний момент у нас приблизительно такая зарплата, как в Китае. Нет, в Китае не выше. Приблизительно такая, да. Но если перевести в доллары, где-то так. Но еще раз говорю, в Китае сложно. Но производство труда в Китае, ну, надо как минимум про раз 5 выше. По той простой причине, что действительно, ну, имея дело с китайскими компаниями, с китайцами, это действительно это работоголики, сумасшедшие. Это одна из причин действительно, что они, им очень сложно у нас. По ряду обстоятельств там были попытки, а получается очень сложно. Они не понимают, почему ваши работники, ну, так медленно работают. Они говорят, медленно. Да, действительно, это действительно. Вот у нас привычка работать медленно, это ужас. Это дудри. Причем она как-то передается, человек даже приходит, хочет, а общий коллектив, и он ту-ту-ту-ту. Так что такая ситуация есть. По этой причине, да, действительно, у нас очень низкое производство труда из-за нашей лени. Что есть, то есть. Поменяется это? Ну, на каком-то этапе, наверное, поменяется. По большому счету, ну, в Польше тоже как бы немного поменялось. Хотя, опять же, если когда-то будете общаться и с немецким бизнесменом, на английском языке они хорошо говорят, не переживай. Но именно настоящий, не наш мигрант, мигрант, конечно, не все. То он будет вам, наверное, долго рассказывать, что он поляков не берет. Это лентяи, это самые большие лентяи. Нет, серьезно, серьезно. Нет, там, я понимаю, это предвзят немножко отношения, ну, знаете. Но действительно сравнить немецкую фирму и польскую, то польский бездельничает, ну, визуально польская бездельничает. А если сравнить польскую и украинскую, то украинскую бездельничает. Ну так, это такая вот ситуация. Ну да, действительно, нам еще двигаться и двигаться. И для того, чтобы у нас производство труда была такая, как в Германии, ой, я даже не представляю, сколько лет. Мне кажется, это вообще что-то практически невозможно. По той простой причине, что у нас даже когда ты пытаешься что-то сделать, но действительно хочешь оптимизировать и так дальше. Ой. Со всех сторон как бы на тебя нападают и ну, вообще, ну поймите, любой работодатель, его цель на вас заработать, в этом смысле. Он вам платит зарплату. А у нас, понимаете, что получается? Человек, который работает, он обижается на работодателя, что он ему платит зарплату. Ну так нельзя. Вот так нельзя. Ну, и поломать заразу нельзя. Такая у нас ситуация. И да, действительно, на сегодняшний момент такая проблема у нас есть. У нас очень дорогая рабочая сила. Очень дорогая. Даже дороже, чем Польша. Но, если сравнить польскую и немецкую, то больше дороже, чем Германия. По этой причине зарплата в Германии выше.
Польши ниже, чем в Германии, а в Украине еще ниже, чем в Польше. Все очень просто. Чудеса бывают только в решете, а в экономике есть расчет. Вы поняли? Вот такая ситуация. Все, благодарю всех за внимание. Всего хорошего. До свидания.